Наш выпуск новостей продолжает рубрика «Герои спецоперации». Сегодня мы хотим рассказать о нашем земляке, участнике специальной военной операции Александре Журавлеве. Александр Журавлев в сентябре 2022 года был призван в Вооруженные силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. Имеет воинскую должность командир мотострелкового отделения. Летом 2023 года при проведении очередной разведки вместе со своим заместителем попал под танковый обстрел в селе Яковлевка Донецкой Народной Республики. Получив контузию, Александр Журавлев спас тяжело раненого товарища. На своих плечах вынес его из-под обстрелов, оказал первую медицинскую помощь и впоследствии эвакуировал в безопасное место. Имеет ведомственную медаль Министерства обороны Российской Федерации за укрепление боевого содружества. За мужество и героизм, за спасение погибавших и оказание первой медицинской помощи представлен государственной награде «Орден мужества». Такие бойцы, как Александр Журавлев, показывают истинный образец мужества, преданности, долгу, верность присяге стране и ее историческому прошлому. Воины России, которые сегодня стоят на защите интересов государства, настоящие герои. Поддерживаем тех, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу Родину. Победа будет за нами.